Да, игрушка. Игрушка. А я вам сейчас, как сейчас будете очень умными. Знаете песню «Опавшие листья»? Да. Так вот, «Опавшие листья» написал Жозеф Касма, венгерский композитор, иммигрант. А вот эту музыку написал Владимир Касма. Да. Были два Касма, и оба, кажется, французами. Но оба не французы, один из Венгрии, другой из Румынии.